Йоу, салам алейкум, ребята, с вами как всегда Шторм. Я продолжаю играть на проекте Резонер по Глендейл. И сегодня мы, как всегда, попробуем подняться с вами в казино. Но перед началом, братва, давайте поддержим этот ролик лайком и подписочкой на канал. И не забываем, что у меня проходит розыгрыш на 25 мультов. В принципе, ребят, досматривайте ролик до конца, переходите по ссылочке в описании и участвуйте. Ах да, еще не забываем, что я играю на лучшем сервере Резонер по Глендейл. В принципе, при регистрации вот мой ник OG Шторм, который достал на 5 уровне плюс 300 косарей. Желаю всем удачки, ну а мы, ребятки, в принципе, поехали. Итак, ну что, у меня есть 2,5 миллиона, и давайте сейчас купим 25 тысяч. Я сейчас играю не на своем основном аккаунте, потому что мне почему-то туда влепили бан на 3 дня, я так и не понял почему, но ничего, 3 дня, в принципе, я потерплю, и я надеюсь, что его, скорее всего, снимут очень быстро. Ну, короче, ребят, сейчас поиграем по 2-5 тысяч, я надеюсь, что у нас все будет нормально. И мы, в принципе, сейчас подыбим, хочу поднять миллиончиков 7-8, вообще было бы ништяк. Минус первые 2 тысячи, окей, играем сейчас на 5 тысяч, и мы забрали 5 тысяч, ништяк, ребятки, игра пока что идет неплохо. Еще 5 тысяч нам кидают. Оп, ничья строчка. Окей, давайте еще играем. 5 тысяч нам кидают. Давайте, ребятки. Давай, давай, давай. Оп, проиграли 5 косарей. Окей, окей. Один косарь. Не, на один косарь не буду. Играю по 2-5 тысяч. Оп, еще минус 5 тысяч. Вообще, пока что игра не идет вообще. Мне пока что вообще ничего не дает. Но я надеюсь, что сейчас скоро будем тащить. Оп, 2 тысячи выиграли. Ништяк, ребятки. Игра идет, игра идет. Давайте, нужно забирать. Да, шторм. Давай, 5 тысяч. Плюс 5 тысяч. Ништяк, ребятки. Плюс 5 тысяч. Идем, идем. Нужно тащить. Нужно забирать. Минус 2 тысячи, окей, окей. Давай, кидайте 5 тысяч, я должен 5 тысяч забрать. Пока что мы в нуле, чисто в нуле стоим на месте, плюс 2 косаря еще сделал. Давай, еще 5к забрать, давай, 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 давай. О, проиграли. Ну да, вообще, ребятки, какой-то бред происходит. Но я давно вообще не выиграл в казино, ребятки. Я вот реально последнее время только сливаю в казино. У меня реально лето какое-то неудачное лето, потому что я реально только проигрываю. Возможно, под конец лета реально даст, и я когда-то подниму реально просто до хрена бабла в казино. Давайте будем верить, и поэтому, ребят, ставьте колокольчик, чтобы когда-то увидите, как шторм поднимется в казино и просто будет ништяк. Плюс 5 косарей, ништяк, ребятки, игра пока что идет нормально, в принципе, стоим тупо на месте, идет как бы качельки какие-то, еще плюс 2 косаря, ништяк, ребятки, нужно подниматься, ребятки, ничья с двоечкой, ну хотя бы не сливчик, на это тоже спасибо. Минус 5 косарей, плюс 5 косарей с шестерочкой, нормально, плюс еще 5 косарей, давайте, ребятки, забираем, нужно подниматься. Минус 5 тысяч, блин, вообще, что это за качели, господи. Чтобы вас, ребятки, дальше не мучить, давайте просто ускорим, поэтому запасайтесь печенюшками, ставьте лайки, наблюдайте просто за игрой. Барановичи, барановичи, белорусский городок. Барановичи, барановичи, милый сердцу уголок. Барановичи, барановичи, вы прекрасны, как звезды в ночи. Знаю, что с вами вовек не расстанусь, родные барановичи. Светит ли солнце или небо дождливое хмурится? Снятся порою нам с детства знакомые улицы. Пусть иногда мы наш город с тобою прощаемся, но несмотря ни на что, мы сюда возвращаемся. Да, в принципе, ребят, вот такие вот были качельки, и мы с вами все слили. Ладно, ребятки, не повезло. Итак, пришел я чуть-чуть попозже, ребятки, в принципе, в казино. У меня есть сейчас 5 лямов, и, возможно, сейчас с 5 лямов мы, в принципе, камбэкнем, вернем, в принципе, наши денежки. Давайте вот покупаем 50 тысяч фишек, и нужно реально сейчас подниматься. Нужно реально сейчас камбэкать и делать папа камбэк. Сразу залетаем на 20 косарей. Оп, минус 20-ка, блядь. Минус 30-ка. Круто, я залетел, в принципе. Папа камбэк, гриву деньги, лопаты, блядь. Ну что, ребят, вот такой вот был ролик, надеюсь, он вам зайдет, в принципе, поддержите, пожалуйста, лайком и подписчиком на канал, если он вам зашел, и, в принципе, спасибо, ребятки, что вы со мной, с вами был Шторм, всем пока.